Вау, как у вас тут красиво! Я тоже буду красивой! Конечно, ты неважно выглядишь. Держи, подруга, освежись. Спасибо, Энни. Девочки, за мной. Нам нужно оценить уровень бьюти-катастрофы. Эти жуткие прыщи не забудь. И расширенные поры, и нарисуй эту ужасную прическу. Готово, девочки. Итак, для начала мы разберемся с прыщами. Мне страшно, но я справлюсь. Сейчас я выдавлю этот прыщ. Получилось! Скайлер, зачем ты так? Это отвратительно. Ким, Энни, я сейчас все исправлю. Нужно просто стереть эти прыщи с портрета. Смотрите, идеальная кожа. Просто вампирская магия, девочки. На моем лице ни одного прыща. Но черные точки все еще с нами. Стой смирно, подруга. Маска обязательно сработает. Вы уверены? Конечно. Девочки, устроим спа-перерыв. Ким, Энни, мне так нравится. Ты готова? Тогда снимаем маску. Я уже вампирская красотка. Нет, не совсем. Усики? А что, тебе идет, Скайлер? Но Бубу не одобряет усатый бьюти-креатив. Лишние волосы надо срочно убрать. И Скайлер поможет воск, но для начала его нужно растопить. Неплохо придумано, Бубу. Девочки, это не опасно? Конечно нет, Скайлер. Отлично, воск уже расплавился. А теперь самое интересное. Убрать усики проще простого. Наносим воск и ждем. А потом дергаем. Почему так больно? Депиляция – это не для слабаков. Не обязательно так кричать. У меня идея. Скайлер, лови пушистика. Ой, это мне. Какая прелесть. Мне нравится. Он станет моим талисманом. Пушистик, а может на прогулку? Смотри, какой снегопад сегодня. Поиграем в снежки или слепим снеговика? Бобо, спокойно. Мы тебя не дадим в обиду. Все будет хорошо. Скайлер, пора мыть голову. И больше никаких снегопадов, договорились? А теперь немного подождем. Девочки, это точно сработает. Упс, подумаешь, немного запутались. Сейчас мы все исправим. Не работает. Значит, действуем решительно. Энни, так нельзя. Ой-ой, я случайно. Руки прочь, Энни. Я сама. Испорченная стрижка – не приговор. Немного фантазии, и все можно исправить. И последний яркий штрих. Девочки, у нас все в порядке? Девочки, спасибо. Вы настоящие волшебницы. Вы изменили мою жизнь навсегда. Пора чистить клыки, подруга. А может, не надо? Ты же вампир, Скайлер. А значит, твои клыки должны блестеть. Нет! Энни, осторожно. Я держусь, подруга. Продолжай. А теперь самое интересное. У Скайлер будет новый клык. Блестящий результат. Скайлер, спрячь его. Как скажете, девочки. С тобой все в порядке, Ким? Кажется, да. Скайлер, у нас макияж. Приготовься. Сейчас я сделаю из тебя красотку. Обещаю. Энни, только осторожно. Договорились? Девочки, а что у вас происходит? Энни сошла с ума. Ким, я могу и тебе макияж сделать. Энни, это уже слишком. Ты наказана. Ким, за что? Я на минутку. Только макияж поправлю. Спасибо, Ким. Эй, а может без этого? Скайлер, мы сделаем приличный вампирский макияж. Вышло неплохо. Правда? О, кажется, это очень красиво. Конечно, но нам не хватает блеска. Такому в вампирской школе точно не учат. Вау, Скайлер, ты выглядишь... Бррр, откуда этот запах? Скайлер, ты когда в последний раз принимала душ? Девочки, это настоящий релакс. Чувствую себя королевой. Осторожно, Скайлер. Извини, Энни, я полетела, ладно? О, да, я теперь такая ароматная. Мне нравится. Скайлер, а как насчет нового образа? Тебе нужно переодеться.
Выбирай, подруга. Работает профессионал. Ким, а может, это слишком белое? Не проблема. Скоро это платье станет по-настоящему вампирским. Девочки, а что если добавить стразы? Неплохо придумано, Скайлер. А теперь доставай свой новый наряд. Девочки, это так красиво! Мне идет, правда? Вау, мне нравится. 10 из 10, подруга. Девочки, как же приятно быть красоткой. Нет, Скайлер, так не пойдет. Опять волосы. Энни, за мной. У нас же есть фотоэпилятор. Скайлер, ты чего? Девочки, а вот и вы. Фотоэпилятор тут не поможет. Надо вырвать волосы. Но все не так просто. Что же делать? Есть одна светлая идея. Это должно сработать. Энни, только осторожно. Этот цвет для нашей любимой, Скайлер. Ой-ой, щекотно. Солнечная эпиляция сработала. Ни одного лишнего волоска. Идеально. А может, обратно в школу? Добро пожаловать в мое вампирское логово. Эбби, я хочу быть красивой, как ты. Я знаю, что делать с твоими прыщами. Ну, держись, Хлоя. Эбби, не надо. Еще как надо, подруга. Только посмотри на себя. Ни одного прыща. Вау, потрясающе. Да, но... пора заняться твоими волосами, подруга. Только не это. Убери это. Подруга, красота требует жертв. Ты не знала? Пришло время приготовить вампирское зелье. Шампунь есть, бальзам на месте. Перемешиваем, но не взбалтываем. Спасибо, друг. Ты мне очень помог. Щепотка перхоти еще ни одно зелье не испортила. Неплохо. Все, как учила бабуля. Хлоя, ты готова к головомойке? Доверься мне, я знаю, что делать. Еще больше зелья. Неплохо вышло. Подруга, ты же потеряла свои брови. А вдруг это заразно? О, мои прекрасные брови на месте. Эбби, у меня все под контролем. Сейчас я нарисую себе новенькие брови. Действуй, подруга. Я в тебя верю. Эбби, я совсем забыла. Зеркало нам не поможет. Мы же вампиры. И что теперь делать? Смотри и учись, Эбби. Как тебе мои новые брови, подруга? Сногсшибательно. Не нравится? Ты такая привереда. Нарисуй другие. Я гений, правда? Хлоя, тебе просто нужны эти трафареты. И не спорь. Я же говорила, все получится. Стоп, а здесь у нас что такое? Бьюти-сыщик приступает к расследованию. С диагнозом все понятно. Лишняя растительность. Долой ненужные волосы. Хлоя, нам срочно нужен воск. Не бойся, это совсем не больно. Ты уверена, подруга? Конечно, я делала это 1000 раз. Как такое возможно? Просто у меня очень сильные волосы, Эбби. Ну уж нет, я не сдамся. Нам нужно больше воска, Хлоя. Вот так гораздо лучше. Попрощайся с этой милой бородкой, Хлоя. Ты же говорила, это не больно. Подруга, ну зачем так кричать? Лучше перекуси. Что с твоим очаровательным носиком? Хорошо, что у меня есть триммер. Всегда выручает. Мы справимся, Хлоя. Только посмотри. Ох, получилось. О да, теперь я могу дышать. Это бьюти-чудо. Чудес не бывает, подруга. Не отвлекайся. У нас еще много работы. А откуда этот жуткий запах? Эту сырость нужно высушить. И немедленно. Ой-ой, не волнуйся. Сейчас мы все потушим. Эбби, я горю. Спаси. Это же было мое лучшее платье. Эбби, теперь мне придется надеть твое платье. Кроваво, правда? Ярко. Очень ярко. Хлоя, тебе нужен другой образ. Сейчас мы тебе что-нибудь подберем. Ага, вот оно. Маленькое черное платье. Вечная классика. Эбби, не могу поверить. Я такая стильная. Рано радуешься, подруга. У нас тут еще одна проблема. Ты вообще видела свои ноги? Конечно. А с ними разве что-то не так? Срочно на депиляцию, Хлоя. Эбби, прошу, только без глупостей. Познакомься. Это бритва. Готова? Нет. Тогда начинаем. Бритва все исправит.
Хотя, тут нужно что-то посерьезнее. Переходим к восковым полоскам. Эбби, нет, это жестоко. Ты же моя подруга. Хлоя, это все ради тебя. Спасите! Но даже восковые полоски тут бессильны. Все пропало. Неужели придется попрощаться с красотой? О, нет. Есть одно острое решение. Эбби, только без глупостей. Конечно, подруга. Мы просто возьмем это. А дальше что? Мы будем косить и резать. Больше никаких волос на ногах. О, как гладко. Спасибо, Эбби. У меня есть для тебя подарок, подруга. Эбби, вот теперь я готова покорить этот мир. Отлично выглядишь, красотка. Может, селфи? С удовольствием. Тогда улыбочку. Стоп, мои губы выглядят совсем не кроваво. Эбби, мне тоже нужна помада. Теперь я как модель с обложки. Очень сомневаюсь, Хлоя. Давай-ка мы уберем все лишнее. И сделаем тебе красивый макияж. Что скажешь? Макияж по-вампирски – это очень просто. Черные стрелки, алая помада на губах и немного блеска на веках. Так-то лучше, подруга. А теперь можно и селфи сделать. Помогите! Летать на крыльях ночи бывает очень опасно. Не самое мягкое приземление. Сестренка, ты как, не ушиблась? Кажется, все нормально. Выглядишь так себе. Сейчас мы уберем эту шишку. Ну уж нет, от меня не убежишь. Стоп, я придумала кое-что другое. Иди ко мне, Флаффи. Эту милую шляпку мы отдадим Мейбл. Спасибо, Пинки. Ты лучшая сестра на свете. А ты, Флаффи, будь хорошим мальчиком. И ты туда же. Пинки, я так больше не могу. Что со мной не так? Может, у меня неправильные клыки? Или все дело в волосах? Начнем, пожалуй, с прыщей. Выглядит жутковато. Эй, приятель, почему бы тебе не найти другое лицо? Ты меня вообще слышишь? Ах так! Ну, держись. Я объявляю чистку территории. Вот так, почти, еще немного. Что? Эти прыщи непобедимы. Переходим к плану Б. Безумного гаджета тут не обойтись. Он сотрет с лица все лишнее. Я же говорила, Мейбл, пара пустяков. Но у нас еще много работы. Продолжаем. Вот и все, дорогая. О, а эти усики тебе зачем? Ой. Еще и ноги! Приличные вампирши делают депиляцию, Мейбл. Готова к бьюти-чуду? Долой лишнюю растительность. Вау! Да что с тобой? Пинки, я не специально. Да, есть одна идея. Кто это там за окном? Для вас есть суперважное задание. Эй, я вообще-то с вами разговариваю. Да ладно вам. Просто представьте, что это куст. Вперед! Так бы сразу. Я в этом деле мастер. Готово. Принимайте работу. Пинки, кажется, сработало. Только посмотри на свои гладкие ножки. Прелесть. А, вампиры! Ты чего кусаешься? Я проголодалась. Алло, нам вампирский сет, пожалуйста. Спасибо, так быстро. Приятного аппетита, Мейбл. Объеденье. Пинки, как больно. Спаси меня. Мейбл! Твои клыки в ужасном состоянии. Но я знаю, что делать. Мейбл, скоро твоя улыбка станет белоснежной. Терпение, систер. Еще немного. Да стой же ты. Упс, извини, не хотела. Пинки! А что происходит? Не волнуйся, я просто хочу поближе рассмотреть твою улыбку. Диагноз неутешительный. Мейбл потеряла один клык. Сейчас исправим. Клыки как новенькие. Нравится, Мейбл? Время макияжа и вампирской магии. Пинки точно знает, как наколдовать красоту. Главное, не отступать от бабулиного рецепта. Теперь перемешиваем. Ой, кое-что забыла. Ты мне нужен. А у Мейбл серьезная проблема. Волосы вышли из-под контроля. Что делать? Флаффи, ну что опять? Вау, ты мне что-то принес? А
что, этот гаджет может сработать. Заливаем шампунь. Ага. И устраиваем хорошую головомойку. Больше, еще больше пены. Скоро от грязи не останется и следа. А это что еще такое? Мейбл, пора приступать к макияжу. Держи, это тебе. Вот теперь зелье готово. А я пока здесь посижу. Ладно, ну что, сработало? Пинки, я чувствую себя такой красоткой. Не торопись, сестренка. Остался последний штрих. Твоим волосам не хватает дисциплины. Действуй, как скажешь, Пинки. Змеиный яд. Лучший стайлинг для вампирской укладки. Красиво и надежно. Флаффи, я тут. Попробуй поймай. А вот Пинки не до игр. Она потеряла любимый лак для ногтей. О, да, лак нашелся. Кроваво-красный. Мейбл, ты не ушиблась? Не отдам. Мое. Сестренка, да что там у тебя? Давай помогу. Мое. Даже не надейся. Мейбл, где твои вампирские мышцы? Хочешь познакомиться с ними поближе? А вот и не напугала, сестр. Тебе нужны тренировки? Прямо сейчас можешь начинать. Эй, осторожно. Пинки, я так больше не буду. Но вкусняшки мои, понятно? Теперь я не только красивая, но и сильная. Лучше беги, Мейбл. Пинки, да ладно, я могу поделиться. Вечер ужастиков, Пинки. Мне страшно. А вдруг этого милого вампира поймают? Мейбл, что происходит? Перестань. Дай-ка я посмотрю твои коготочки. Ужас! Ты когда в последний раз мыла руки? Водные процедуры. Срочно. Так гораздо лучше, правда? Легкий массаж и готово. Вау, Пинки, мне нравится. Мы еще не закончили, Мейбл. Пришло время укротить твой маникюр. Как тебе? Пинки, ты просто волшебница. Стоп! С этой минуты ты не грызешь свои коготочки. Красота на первом месте, понятно? Мейбл, твой образ никуда не годится. Смотри и учись. Это очень просто. Даже ты справишься. Как тебе этот фокус? Действуй, сестренка. Пинки, я смогу. Подвинься. Эй, полегче. Так, а теперь к делу. Ты это видела? Я теперь красотка. О, нет, этот образ не подходит. Слишком тускло. Следующая попытка. А как насчет спортивного стиля? Смело и дерзко. Но у жюри другое мнение. Что? Вам опять не нравится? У меня закончились идеи. Мейбл, вот что тебе нужно. Вау! Я чувствую себя роковой красоткой. Работа на отлично. У тебя получилось, Мейбл. Я так тобой горжусь, сестренка. Мне уже пора. Ты готова, детка? Лети к своему счастью. Еще увидимся. Доброе утро, бренный мир. Оу, вот ты где. Не трогай меня. Буэ, с этим нужно что-то делать. Для начала очистим твое личико. Оу, чернее, чем ночь. Ну надо же, я так просто не сдамся. Да сколько же можно? Пора покончить с этим. Сиди ровно и не двигайся. Этот очиститель пор уберет все прыщи. Эй, отдай, что ты делаешь? Прикольная штуковина. А впрочем, ладно. Привет, Лори. Эти цветы тебе. Спасибо, Деннис. Живые розы? Какая гадость. Сейчас мы живо это исправим. Ах, другое дело. Фу, Уэнсдей, ты бы почистила зубы. Зубная капа тебе в помощь, моя мрачная подруга. Ух уж эти смертные. Добавлю свою любимую пасту «Дыхание ведьмы». Ох, нет. Возьми лучше мою. Яркая и блестящая. Точь в точь, как я. Потерпи немного, королева сумрака. Ого, это еще что за фокусы? Пожалуй, на сегодня хватит. Воу-воу, полегче. Это было неожиданно. Я ничего не вижу. Держись, Лори. Она твоя лучшая подруга. Прекрати грызть ногти.
Давай-ка лучше сделаем стильный маникюр. А как насчет этих милых пираний-убийц? Ну уж нет, прибегнем к классическим методам. Жуть, как красиво! От грязи под ногтями тоже лучше избавиться. Странно, и что люди в этом находят? Время для нейл-арта. Говорю тебе, это проще простого. Всего одно нажатие и готово. Смотри, какой забавный монстрик. Теперь твоя очередь. У Уэнсдэй есть идея получше. Жаб-арт намного круче, а эти монохромные принты смотрятся очень готично. Да уж, каждому свое. Уэнсдэй обожает стиль своей мрачной мамы. И почему брови никогда не получаются одинаковыми? Зачем столько страданий, если есть тату? Сейчас сама все увидишь, штучка. Та-дам! Ты будешь в восторге. Вот так? Посиди немного. Готово. Эффект потрясающий. Тебе бы тоже не помешал румянец. Я же просила не прикасаться ко мне. Пришло твое время, прах бывшего парня. Надеюсь, этот контуринг продержится дольше, чем твои обещания о вечной любви. Это что, шутка? Какая она впечатлительная. В комнате подруг запахло жареным. Вещь, сколько раз тебе говорить? Это утюжок, а не гриль. Итак, приступим. Сдается мне, это плохая идея. О, да, полный восторг. Это совсем не выглядит устрашающе. А впрочем, не скучайте, девчонки. Гильотина? Но зачем? Казнить нельзя, помиловать. Ого, ты выглядишь иначе. Давно хотела подстричь себе челку. Добавим ярких прядей. Уэнсдэй, у тебя на голове огромный паук. Это мой домашний питомец. Смотри, сейчас будет фокус. Красивый трафарет. Давай же скорее его применим. О, я уже предвкушаю. Полный улет. Перфекто. Чем тебе не угодили мои прекрасные круги? Какая же ты смешная! Ну вот, терпимо. Любишь ты все омрачить. А вот и оно, мое секретное бьюти-оружие. Эти криосферы только на вид такие пугающие. Опля! И кругов как не бывало. Ух, ненавижу. Уэнсдэй! Добавим цвета. Этот розовый глиттер просто чудо. Я так не думаю. Пожар! От любимой палетки Лори остались лишь угольки. Черный, как моя душа. Дымчатые стрелки выглядят очень дерзко. Пусть и знают, что со мной шутки плохи. Подруга, да ты просто роскошна. Но зачем тебе терка? Воск плюс блестки равно идеальные тени. А вместо кисти чупа-чупс. Я знаю, что делаю. Идеальное нанесение обеспечено. Ну и кто тут законодатель трендов? Впечатляет. Какое странное место. Во мне проснулся инстинкт оборотня. Держи себя в когтях, то есть в руках. Привет, бабуля Адамс. Давно не виделись. Уэнсдэй, ты уверена, что это хорошая идея? Еще как уверена. Как скажешь, бабушка Адамс. Просим прощения за незваный визит. С ума сойти! Ты такая красотка! А теперь звезда ТикТока. Мама мия, отпад! Змеиные колготки, винтажные перчатки, стильный чокер и этот фирменный мрачный взгляд. Покажи им всем, кто такая Уэнсдэй Адамс. Присаживайся.
С чего бы начать? А! Что это за ужас? Успокойся, это всего лишь твое отражение. Оу, это может сработать. Нет, 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 прошу тебя, не делай этого. Ничего, я все уберу. Буэ, с очистителем пор будет намного проще. Уэнсдей в восторге от своей чистой кожи. А что это ты делаешь? Растениям тоже нужен уход. Я больше люблю кактусы. Вот это да! Обалдеть! Твое дыхание просто убийственно. Нет, подруга, так не пойдет. Прекрати сейчас же. Так-то лучше. А теперь почистим зубы. Думаю, ты оценишь черную пасту. Вот умница. Ну вот, идеальная чистота. Так, посмотрим. Я возьму этот брусок. О, нет. Опять ты за свое. Погоди-ка. Это что, волосы? Ну уж нет. Твой нос нуждается в эпиляции. Ну-с, приступим. Растопим воск. Ох, это будет круто. Не бойся, я настоящий профи. Упс. О, нет. Понятия не имею, как так вышло. Сейчас я все верну обратно. Где я? Кто я? У нас получилось. И это самое главное. Точно. А так даже удобнее. Не волосы, а какое-то стихийное бедствие. Ох, а я тебя искала. Да уж, тяжелый случай. Ну нет, это уже ни в какие ворота. Сиди смирно, Уэнсдей. А теперь нужно немного подождать. Что-то здесь жарковато. Вуаля, волосы словно шелк. Наконец-то можно приступать к прическе. А ты точно в этом уверена? О, да, тебе очень идет. Ох, Уэнсдей, ты неисправима. Усы тебе больше не понадобятся. Вот видишь, и совсем не больно. Магия не иначе. Ну что, подруга, ты готова к бьюти-преображению? Приготовить флакончики и распушить кисти. За дело! Я открою тебе удивительный мир мейкапа. А может, не надо? Макияж глаз можно сделать с помощью ложки. Просто прикладываем ложку к веку, набираем тени и тушуем легкими движениями. На изи. Смотри и учись. Но надо же, как просто. Слезы из страз – настоящий тренд. Какой же выбрать цвет? Красный или черный? Ума не приложу. Минутку. А это идея. Красный вверху и черный внизу. Мрачно и элегантно. Не время красоваться. Чтобы победить в конкурсе, ты должна выглядеть на все 100. Бетти, мне так нравится. А я вообще-то... Я имела в виду одежду. А, паук! Вот бедняга. Получай, гадкий паучишка. Кажется, она сошла с ума. Что ж, не буду мешать. Что ты сказал? А ну иди сюда. И откуда в ней столько злости? Из тебя получится отличная сумочка. Уэнсдей, ох, и почему я не удивлена? Давай помогу, 33 несчастья. Бау, готичненько. Супер-пупер, нам надо спешить. Твоему образу не хватает изюминки, понимаешь? А как насчет кровавых сережек? Да я не о том. Оу, кукла Барби. Пожалуй, это лишнее. Ха, получай. Ух ты, это было неожиданно. Ну, что скажешь, Бетти? А как ты относишься к старине Франкенштейну? О, да, это будет легендарно. Нарезаем стразы на полоски, затем крепим на леску. Филигранная работа. Это колье в точности имитирует шрамы знаменитого монстра. Браво! Настоящее произведение искусства. Пора в путь. Эй, что случилось? Подошва отклеилась. А-а-а! Ой-ой, ты в порядке? Давай помогу, подруга. В помойку.
Вот, примери эти туфли. Ладно. Ну вот и чудненько. Какие красивые. Нам уже пора. Ой-ой, летучие мыши. Ты только взгляни на этот мрачный апгрейд. У соперниц нет шансов.